Я вот как вела. Я вот, ну честно, блядь, я вот этого не понимаю, типа. Мне, вот знаешь, как мне вот недавно сказали, что, типа, очень редко бывает такое, что девушки здесь, в Танго, хотят общаться. Именно вот, ну, просто общаться, да, поняла? Типа, если даже не дарят подарки, просто общаться, блядь. А я именно тот самый человек, блядь, и мне такие говорят, а нахуя ты общаешься? Ну, потому что, блядь, мне интересно, ебать. И такие, а, ну, вот, и вот когда вот начинают вот это вот, нахуй это надо, нахуй это надо, типа, блядь, да почему нет? Я очень энергичный человек, мне нужно куда-то свою энергию девать, тем более я сейчас не работаю. Куда мне свою энергию девать? Сюда, блядь. И все люди, и вот начинают, которые вот мои подписчики начинают говорить, типа, блядь.